примем участие в торжественной церемонии, посвященной важнейшей юбилейной дате – 20-летию создания российской авиабазы «Кант». Вот мы сейчас только вспоминали с президентом, я очень хорошо это помню, как создавался «Кант», как создавалась эта авиабаза. Тогда руководство республики обратилось напрямую с просьбой к Российской Федерации немедленно, как можно быстрее разместить здесь наше авиационное крыло, потому что Киргизия подверглась нападению бандформирований, пострадало много людей, и это требовало быстрой совместной реакции. Но вот сегодня эта база приобрела уже такое значительное, серьезное, как я уже сказал, и региональное значение.